Детское радио представляет. Вкусное расследование. Приветствую всех любителей вкусных расследований. Сегодня под моим пристальным вниманием оказалось сливочное масло. Уверен, вы тоже задавали себе вопрос, как из, в общем-то, жидких сливок получается твердое масло? И почему молоко белое, а масло получается желтое? Попробуем выяснить. И по традиции вначале откроем личное дело. Сливочное масло – один из древнейших продуктов, придуманных человеком. 12 веков назад русские крестьяне сбивали масло из жирной сметаны, простокваши и сливок. Делали это с помощью лопаток, ложек. С появлением маслобойных фабрик процесс пошел быстрее. И теперь сливочное масло есть в каждом холодильнике и уже давно не считается деликатесом. А еще масло – очень вкусный продукт. Его и в кашу, и на бутерброд. Я так обрадовался, когда бабушка сказала, что поможет мне с расследованием. Сообщу вам больше. Мы будем делать масло в домашних условиях. Скорее на кухню. Итак, начинаем лабораторный опыт. Берем чистую банку и пол-литра жирных сливок. Оставляем их в стеклянной емкости на 12 часов при комнатной температуре. Бабушка это уже сделала накануне. Поэтому сразу переходим к этапу номер 2. Плотно закрываем банку крышкой и начинаем взбивать. Это я сам попробую сделать. Засекаем время. 5 минут. Фух, ну, кажется, все. Открываем крышку. Похоже, опыт удается. Сливки свернулись, жидкость расслоилась. Вот это белое называется пахта. А вот эти, плавающие желтоватые комочки, и есть сливочное масло. Вторую часть опыта мне доверили провести самостоятельно. Надеваю стерильные медицинские перчатки, аккуратно сливаю пахту и промываю оставшееся масло под холодной водой. Теперь осталось слепить из комочков масла шарик, завернуть его в бумагу и ненадолго положить в холодильник. Готово! И кажется, я понял кое-что. Сливки, они ведь очень жирные. И если начать их взбивать, то малюсенькие частички молочного жира начнут прилипать друг к другу и в итоге слипнутся в один комок. Это и будет масло! И еще бабушка сказала, почему из белых сливок получается желтое масло. За этот цвет отвечает витамин А. Он очень полезен для глаз. Что-то я проголодался после такой энергичной работы. Пойду попробую, что получилось. С вами был Егор Поварешкин. До новых вкусных встреч! Вкусное расследование.